Времени суток, дорогие друзья, с вами Орел и Мартышка, и мы сегодня в Константиновке. Сегодня мы монетку не кидали, а может кинем все-таки? Да не, уже пофиг, у тебя ждал твой кошелек, не у меня. Я вообще бомж. Да, она вообще, короче, ездит. Бесплатно. Бесплатно вообще, зайцем. Нет, неправда, по удостоверению. А так учите. Ну иди так, с этой палками. Кафе какой-то. Что? Кафе, говорю, какой-то. Он, что? Короче, кафе, говорю, какое-то. Что? Что? Надо сакрафать, надо. Что? Блин, а камеру так не переключу, да, чтобы показывать, куда мы идем? Да. Себя только снимать будем? Угу. Нет, так не годится. Давай снимать. И мы вернулись. Теперь я могу снимать все и нас. И будто сидеть, как мы снимаем себя. Отбитый, что ли? Вон, лавочки есть хорошие, красивые. Просто ходим. Вот тебе Константиновка, Настя. Рукой что-то машет, но обу, лицо. Вот это как раз сама мартышка. Задолбали твои бананы. Сама жри свою обезьяничью еду. Ладно, зайдем в центр, потом снимем уже центр, а то мы идем. А он там, смотри, какая-то фигня, это приближается, интересно, да? Как там? Кто? Ку-ку-ку? Орел и мартышка. А, да. Тише. Действительно, уже хватит. Дай выяснить всякие челленджи задавать. Например, Настя, Катюша, под деревом. Ты, Катюша, ты носила дерево. Ты иди в баню, я не так я ничего не буду. Давай, носи дерево. Блин, бей себя об стену. Об стену. Об стену. Убей себя об стену. Я сейчас уроню телефон от смеха. Смеха. Короче, мы потратили 26 гривен. Недостаточно места. Что, снимает еще? Конечно. Ну, короче, что это? А это парк приключений. Идем в парк. Мы же идем в парк. Орел и мартышка направляются в парк приключений. Как орел делает? Как-то так. Ты помнишь, он такой, как он летит, такой начнет кричать, типа так. Не знаю, что делать. С мартышкой. И придумали такую классную песню, которую мы когда-то услышали. Где-то. Ты готова, Настя? Нет. Давай сейчас пройдем. Без меня. А, чувак, хорошо, ну. Раз, два, три. Ку-ку-ку-ку! Ку-ку-ку-ку! Мы уже дошли хоть какую-то. Карта. Да, Google карты, чтобы не потеряться. Оп. Вот, Настя, парк аттракционов. Вот куда мы с тобой шли все это время. Короче, город, в принципе, красивый, такой старинный, какие-то есть здесь пиццерии, типа как Артемовска. Но только, наверное, беднее все-таки город, чем Артемовск. И дешевле. Да. Тут намного все дешевле. Дешевле, чем в Артемовске. Это купить хочу. Или как? Короче, у нас технический перерыв. Мартышка хочет там по своим делам. Сраный голубь мне застрял платье своей сраной сосиской-шаурмой. Вообще-то это была хот-дог в лаваше. Да какой нахрен хот-дог? Короче, мы зашли там в шаурмешницу. И там, получается, готовили два чувака по соседству друг с другом. Они там, короче, постоянно воюют. У одного стоит шаурма 50, у второго 52. У того стоит хот-дог 20, у того 25. Я не знаю, как-то цену так меняю, чтобы было выгодно и, всем. И, по-моему, там один тупанул, нам завернул сначала в пакет, а потом в бумажку. В бумажный чехол. И, короче... Наоборот. Артема
Что? Сначала получается пакет. Ты что, тупой? Да. А в Артёмовске делают наоборот. Сначала в бумажку, а потом в пакет. Странно как. Сама она тупая. А? Да, что, в Артёмовске, да. Короче, мы поели, было вкусно. Вкусная шаурма. Я зарежу её. Вообще-то не шаурма, а сосиска в тесте. Ой. Все, мартышка умничает, потому что она... Идём. Где мы, блин, находимся? Зашли, купили кока-колы. Настя смотрит карту. Ёб твою маму. Что? Что? А, да, прямо, прямо. Правильно? Идем за ручку с ней. Короче... За ножку с ней. Мне кажется, что мы сейчас придем в этот парк аттракционов, он будет либо закрыт, либо просто не существует, или давно уже нет его. Потому что мы так идем, я думаю, если там был бы парк аттракционов, мы давно бы уже его увидели. Туда еще много идти. Вот еще много кто идти говорит. Короче, путешествие охеренное получилось. Сколько мы всего потратили? На дорогу 26. Настя у меня бесплатно ездит. А вообще-то не 26, 31. 31? А, ну ладно. Да, мы переехали, получается, не в центр, а на какой-то рынок. Потом дождались маршрутку и еще раз платили 5 гривен, чтобы доехать до центра. Вообще-то не центр, а нулевка. Нулевка. Потому что центра в Константиновке нет. Ну просто здесь, как бы центр для меня это. Мне кажется, здесь интереснее, чем... Нету здесь центра. Я так сказал, дистиллился. Там его нет. Ты что? Обкурился, ты что? Там его нет. Куда нам сейчас нахрен идти? Вон там прямо. Наверное, по карте что там. А, все, да и... Мне кажется, там ничего не будет. И написано, что проезд, типа проезда нет. Вот так. Ну, дойдем, увидим, если что, смотрите нас. Парк, но... Он закрыт. Да. Работает только среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Понедельник, вторник, выходной. Вот такой парк. Очень красивый, даже красивее, чем в Артемовске. А колесо и все аттракционы такие же, как в Артемовске. Ну просто. А еще мы нашли замочек. Там было написано парень и девушка, и число, то, как мы с Денисом начали встречаться. Максим и Виктория. Ну да. А теперь мы идем в центр, и потом у нас уже скоро будет автобус. Да и... не скоро еще. Ну еще не скоро, но мы сейчас пиццерию зайдем куда-нибудь. Ну да. Похаваем. Поедим культурно. Что за выражение тебе? Вообще-то я орел, а ты мартышка. Все, идем в центр. Мартышка. Мы, короче, ходили-ходили, брудили, нашли вот такой парк. Ну, перед этим мы не засняли, как мы пришли в кафе Челентано, мы его еле нашли. Там было много кафе, но мы выбрали именно его. Так. А еще Денис спал на лавочке. Да, и Настя... И голову засунул в мусорку. Да, и ты это не засняла. Жаль. Жаль. Короче, пришли мы в Челентано, там хорошее обслуживание. Из-за того, что у меня забрали мои салфетки грязные, я дал чаевые 5 гривен. Вот так. Ну, а сейчас мы идем в библиотеку. После того, как мы к ней придем, продолжим нашу съемку. А... Продолжаем нашу любимую передачу «Мартышка и орел». Или «Орел и мартыш», как вам больше нравится. Покорение Константиновки. Да, где-то вообще мы, получается, закончили снимать. Когда с парка вышли? Или нет? Да, наверное. А, когда мы пошли в библиотеку. Мы пошли, надеюсь, так будет видно, потому что я постоянно мотал, и ничего не было видно. Надеюсь, все так видно, хотя бы чуть-чуть. Надо так держать. Так-то. Я так держу неправильно как-то. В общем, сходили в библиотеку. Библиотека оказалась очень маленькая, хотя она указана на карте. И там было всего лишь книжек 100 всего лишь. И все на украинском языке. Да, и какая-то женщина там сидела, начала на меня кричать, что я не спросил, куда я иду, и пошел смотреть книжки. И это ничего страшного. Потом...
стоянку. Приехал автобус, мы в него сели. У Насти пропуск, а у меня 10 гривен. Я даю этому водиле эти 10 гривен и говорю, за одного. Он на меня смотрит, говорит, за одного. Он деньги у меня забрал. Потом такой, я говорю, а сдача? Он говорит, в смысле сдача? Ты же сказал за двоих. Я говорю, за одного. Начал, блин, спорить со мной. Короче, дал мне эти 5 гривен, еще возмутил. С автобусе там все проржали с него. Короче, какой-то странный водитель. Тем более, это уже второй водитель, с которым я ссорюсь. За 2 недели, получается. Даже за 1 неделю. Нет, за 2, да. Вот, приехали мы в ЖД вокзал. А там есть ЖД-аптека, Даша. ЖД-аптека есть. Да, здесь видно просто. Вот такое красивое место. Просто гуляем, ждем, пока автобус приедет. И уже поедем в Часивьяр. Да, Настя? Ага. И закончится наша поездочка. Думаю, как раз такое самое классное место, чтобы рассказать о Константиновке. Вроде бы здесь люди все такие простые, но пацаны хотят и намахать. Купили мы на этом ЖД вокзале кваса. Он такой оказался хреновый, мы даже не смогли его выпить. Я его поставила аккуратненько в урночку. А его вообще просто поставила и не смог выпить. Просто какой-то трэш. Ну и что еще можно рассказать? Красивый город, архитектура СССР. Немножко осталось. Много церквей, целых 3 штуки нашли. Что еще? Не один же я ходил. Ты что же тогда видела здесь, в этом городе? Что я видела? Церкви видела красивые. А, и этот Тадж-Махал нахрен. Мы нашли мечеть в Константиновке. Я даже в России не нашел ни одной мечети, когда ходил по Москве. А тут фигак, и нашли в Константиновке мечеть. Но вообще здесь очень много мусульманинов. Не русские, чурки это. Но все-таки, ты что, расист? Тут, короче, тетки живут с чурками. На шаурма продавать чурки. Зато шаурма вкусная очень. Я не пробовала. А, ну мы ели мы на шаурму. Мы жрали сосиску. И потом я тебя обляпал платье. Да. Ну, слава богу. Но оно все равно заметно. В принципе, поездка нам понравилась. Мы сейчас еще вернемся назад. Спустимся там, пофоткаемся. Ну и все. В принципе, поездка закончилась.